Здравствуйте, меня зовут Орлова Наталья Витальевна. Я работаю в Алмазовской школе-интернате Щелковского района. Работаю здесь воспитателем. Общий стаж у меня 21 год. 12 лет я работаю в этом учреждении. Работаю с необычными детьми. Дети с ограниченными возможностями в здоровье. В интернате у нас одни мальчики. Дети приходят все разные, и каждому надо найти свой подход. Я нашла его через творчество. Я веду кружок танцев. Наша группа называется «МИК». Я использую разные методы обучения. И нашла его. Это через творчество. Наши дети участвуют в разных мероприятиях, ездят на разные конкурсы. Большинство у нас дети – сироты. И приходят они, естественно, с разбитыми сердцами. И мы находим к ним подход, и приходится им быть другом. Вместе с детьми мы ездим на различные мероприятия, участвуем в конкурсах. Не раз становились победителями различных конкурсов, в том числе и международных. Первое место в областном смотре конкурсе художественной самодеятельности. Лауреаты второй степени международного конкурса «Весенняя волна» в 2011 году. Все общешкольные мероприятия с участием детей проходят на высшем уровне. Дети с удовольствием участвуют в них. Я постоянно провожу индивидуальную работу по формированию положительных привычек, воспитанию стремления у детей вести здоровый образ жизни. У меня накоплен большой опыт воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Я обладаю теоретическими знаниями как общей педагогики, так и специальной педагогики и психологии. La 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 la